пожаловать всем и всего хорошего вот в начале этого нового года, 2019 года. И оказывается, 479 года после основания общества Иисуса. И поэтому, потому что это юбилей такой, не шучу, конечно, мы решили, что стоит действительно задуматься об образе святости в обществе Иисуса. И у нас есть гость, который и свой, и москвич, и человек, который очень хорошо знает общество Иисуса во всем мире, включая Южную Америку. Это наш схоластик Михаил Калич, который сейчас находится на пару недель здесь, потом переедет на учебу. И вот очень рад, что у нас появилась такая возможность, и сразу предоставляю слово. Спасибо, отец Стефан, спасибо. Добрый вечер. Еще раз рад, что есть эта возможность встретиться, поговорить немножко о наших святых, немножко лучше узнать с этой стороны общества Иисуса. Ну и говоря о святости, можно бы говорить очень много, но тот путь, который я предлагаю сегодня предпринять для того, чтобы как-то немножко попробовать какое-то вместе сделать общую картину, это вот сначала пару минут поговорить о том, что такое святость и святые в целом, как мы это понимаем, потом приглядеться к нескольким из наиболее ярких личностей в обществе Иисуса, канонизированных почти всех официально. Потом несколько выводов для того, чтобы действительно вот уже прийти к этому общему какому-то образу, и потом пару минут для вопросов и комментариев. Вот, прежде всего, когда говорим слово «святость» или «святой», у нас могут возникать разные ассоциации, то есть какой-то человек очень далекий от мира, или в некоторых культурах это человек, наоборот, очень близкий к культуре. Поэтому вот, например, словари такими словами отдают слово «святой». Если бы кто-нибудь мог прочесть то, что написано, видно? Духовный, нравственный, непорочный, чистый, совершенный. Толковый словарь далее. Обладающий абсолютным совершенством. Читать все? Обладающий абсолютным совершенством и чистотой. Божественный. Праведный, непорочный, отвечающий религиозному идеалу. Человек, проведший свою жизнь в защите интересов церкви и религии, и после смерти признанный непререкаемым образцом христианской жизни и покровителем верующих, проникнутый чем-нибудь высоким, возвышенный, идеальный. Толковые слова Решакова. Да, вот в этих определениях, как видите, скорее есть что-то, что отдаляет образ святого от нас. И ну вот здесь есть такой, например, одна из характеристик, вот последняя, например, из некой энциклопедии «Русской цивилизации». Не знаю, что это такое, но мне очень понравилось определение, которое там содержится, о том, что это свойство, присущее Богу прежде всего, а также о том, что оно не означает безгрешность, но принадлежность к Богу, устремленность к безгрешности и совершенству. Что-то, что, мне кажется, гораздо ближе к христианству, чем вот те предыдущие определения о совершенстве, идеальности и так далее. А я предлагаю вам сейчас сказать, дать такой ответ. Что означает «святой» в нашем понимании, в нашей культуре или какие-то ассоциации, которые возникают? Как вы думаете? Что приходит вам в голову, когда вы произносите или слышите слово «святой»? Святость. Что это такое? Что означает? Проникнутый духом Евангелия, посвятивший свою жизнь служению Богу и ближним. Спасибо. Но мне приходит в голову то, что в византийской литургии священник говорит «святое святым», а вот община отвечает «один свят», только Бог. Да? Вот. Ну, то есть это свойство Бога, потом уже только как-то человек может приобщиться к этому. Да.
Но в мирском понимании это все-таки действительно какой-то идеал непорочной жизни, какой-то такой вот светящийся, такой безгрешный. А в христианском понимании это все-таки устремленный к Богу. Угу. То есть именно вот да, как говорит дядя Штефан, что Бог только свят, а все святые как-то так или иначе реализуют этот путь к Богу. Да, в древнеизраильском понимании, если я не ошибаюсь, насколько я помню, в частности, это предполагало некую отделенность, освященность, принадлежность Богу. Ну, греческий, да, больше. Отделенность от профанного мира. Ну, насколько я понимаю, это, ну, в христианском понимании, это именно человек, посвятивший себя, свою жизнь Богу, Иисусу. Вот проникнуть. Так или иначе. Да, потому что это отделенность, да, в том, что Бог, он другой в этой. Да, именно, непознаваемый и недосягаемый. Ну вот, но в нашем, конечно, понимании, в понимании христианства, эта отделенность, она, конечно, там всегда, особенно после воплощения, как вы знаете, да, как Бог стал человеком. Ну и зачем нам, да, тоже как немножко нам помогает понять, что так, кто такие святые для христианства, понимание того, кто это такие люди, которых церковь канонизирует официально, называет их святыми официально. Это люди, которые отличились героическими добродетелями какими-то, да, но причем не то чтобы всеми сразу, но в жизни реализована одна из каких-то героических добродетелей или несколько, но не бывает такого, который бы все реализовал. Например, кто-нибудь отважно и самоотверженно служил больным или заключенным. Второй аспект – это почитание верными, то есть когда кто-то, кто после смерти или даже уже незадолго до смерти удостаивается такого мнения среди людей, что вот это святой человек. И когда он умирает, что люди начинают молиться к нему так спонтанно. И вспоминают его и так далее. И, ну и последний элемент – это либо мученическая смерть за Христа, либо какое-то чудо по ходатайству этого святого. Ну и для чего они нужны нам? В церкви, прежде всего, эти святые нужны для того, чтобы показывать нам пример, как вот в той или иной эпохе, в тех или иных обстоятельствах можно исполнять евангельские идеалы в повседневной жизни. Также, что мы можем обращаться к Богу по их заступничеству, потому что они находятся рядом с Ним. В этом смысле тоже, да, кстати, святость, как одно из определений, которое мне нравится больше всего, это те, которые волю свою синхронизируют с волей Бога, как-то вот интегрируют, да? Желают того, чего желает Бог. И, ну и последний аспект – разнообразие, то есть что вот действительно в этой широкой гамме святых мы видим различные пути, которые можно реализовать, евангельские идеалы, различные пути, по которым можно стать святым. Ну вот, и теперь, да, если какие-то возникают вопросы, что-то непонятно по ходу, то, пожалуйста, прерывайте меня, если вдруг нужно что-то вдруг пояснить. Ну а в конце тоже будет время для такого более подробных комментариев или вопросов более пространных. И первый святой, к которому я предлагаю приглядеться, это Игнатий Лойола, основатель общества Иисуса. Он, как вы знаете, родом из края басков, из такой знатной семьи. Лойола по-баскийски означает «болотное место», потому что там рядом с их имением протекает река, и очень влажное место, и поэтому тоже очень плодородное. Очень много фруктовых деревьев, красивая природа. Здесь вот фамильный герб, тоже видите справа, на нем изображены символы богатства и влияния семьи. Волки и котел. Волки – это влияние, а котел – это богатство. И один из братьев Игнатия был настоятелем богатого фамильного прихода. И в этой атмосфере природы красивой, фруктовых деревьев, такого изобилия, у Игнатия формируются такие качества, как спонтанность в вере, любовь к природе –
он тоже из семьи выносит такую любовь к искусству, он ценитель искусства. Чувствительный, впечатлительный уже в детстве. Говорят, что он способен был расплакаться под влиянием музыки, которая трогала его сердце. Ну и такое изобилие в семье, хотя, конечно, семья там пережила много различных трудностей тоже, с утерей там замка, потом возвращение и так далее. Но в целом такая, как бы, такое детство и молодость в изобилии, и некоторые связывают вот это изобилие, традиции и какая-то связь с рыцарскими орденами, связывают с тем стремлением большей славы Божией, такое стремление, то, что мы называем магис или маджис, стремление всегда больше, которое потом Игнатий реализовал уже в духовной жизни, в жизни как иезуита. И его мать умерла вскоре после рождения, ибо к его кормилице была жена кузнеца, и первые годы он как раз рос с ее детьми, вот потом можно сказать, что вот там немножко вкусил этой такой более простой жизни. В его семье моральное поведение, какие-то моральные ценности были так немножко поверхностными, потому что религиозное воспитание было очень сильным, но именно моральное поведение было приоритетом у отца и братьев, включая брата-настоятеля, было по несколько внебрачных детей. Поэтому историки вполне дословно воспринимают те слова, которые собрат Игнатия Паланка писал, что вот в эти юношеские годы Игнатий предавался азартным играм и амурным приключениям. Особенно, когда он уже был при монаршем дворе в Аревало, там, где такая культура, в которой маскулинность и успех у женщин, это были такие ценности очень, очень важные. Как вы знаете, также участвовал в сражениях, там же в одной из битв между французами и испанцами за Наварру получил ранение, чуть не умер, и потом там, когда читал эти различные набожные книги, которые ему подсовывала жена брата, очень верующая, он вот от таких битв физических решил перейти к битвам духовным. Когда он думал, что вот если Франциск или Доминик могли сделать это, то я сделаю еще больше. Тоже он известен как такой человек, очень изначально живущий такими внешними какими-то событиями, внешними импульсами, человек очень экстравертичный. Но после обращения он обращает внимание очень сильно на то, что происходит внутри, такие внутренние импульсы. И вот там у него возникает такой шок, что вот с одной стороны вера, которую я исповедую, а с другой стороны жизнь, которую я живу, что она такая совсем другая. И тогда он покидает уже дом как паломник. Ну вот там потом учится, встречается с собратьями. Что нам еще интересно, как уже собратья иезуиты о нем пишут как о человеке мужественном, импульсивном, спонтанном, упорном, вплоть до упрямства порой, эмоциональном, амбициозном. Тоже ему свойственны резкие скачки настроения, у него бывают депрессии, когда что-то не получается, даже мысли о самоубийстве. И такую яркую эмоциональность, можем видеть, что Игнатий не отверг, но сумел использовать для высших целей. То есть он потом ее вот в этот путь свой к Богу, он эту всю эмоциональность вплел. Поэтому тоже, как мы говорим потом, что духовные упражнения, они не для того, чтобы отречься или как отвергнуть вот это внутреннее, то, что у нас внутри происходит, это богатая эмоциональная жизнь, но ее упорядочить и взять ее на службу Божьему пути. Также интересно, что Игнатий, с одной стороны, умел противостоять как очень влиятельным людям, иногда даже кардиналам и епископам, когда был уверен, глубоко убежден, что такова воля Божья, но с другой стороны, всегда был готов принять слово папы как последнее. Вот если папа говорил, нет, так должно быть, тогда это так должно быть. То есть, с одной стороны, такое упорство того верности Богу, а с другой стороны, такое послушание и лояльность, в конце концов. И это такое тоже постоянство в решениях, несмотря на вот эти перепады настроения, они проявляются у него, особенно после обращения. Э,
предлагаю посмотреть теперь на Петра Фавра, которого можно назвать созерцательным собеседником. Этот, в отличие от Игнатия, родился в семье пастухов. Он даже пас овец какое-то время в детстве в французских Альпах. Но не хотел быть пастухом и решил поэтому идти учиться. Там в Париже познакомился с Игнатием и Ксаверием. Вступил в общество уже как священник, поэтому он первый священник, иезуит. Один из его титулов, таких не совсем официальных, это апостол Германии, потому что из-за его путешествий, и которые он посвящал, тоже пастырские. Это время, как вы знаете, такое время бурливое в церкви в Европе, когда происходят различные скандалы, реформация, потом восстановление, реформирование церкви изнутри. И таким дискуссиям с протестантами Фавр предпочитал духовные беседы и личный пример. Но и на самом деле многих людей привел к обращению. Даже многие иезуиты пришли через него, в том числе Петр Канизий, учитель церкви. Он говорил, что настоящая реформа церкви начинается с реформирования повседневной жизни верующих. И святой Игнатий его считает лучшим в сопровождении духовных упражнений. Духовник монаршей семьи был приглашен в качестве эксперта от имени Святого Престола на Тридентский собор, но не успел туда доехать, умер в Риме от лихорадки, потому что слишком много путешествовал. И вот интересно в его истории то, что как такой человек из пастушеской семьи становится очень известным богословом, которого приглашают на собор. И тоже его такая натуральная и очень искренняя дипломатия в том, что он действительно очень умел слушать человека, вчувствоваться в то, что он говорит. И именно поэтому Игнатий ему поручал связи с протестантами. Но во всем этом, во всех своих поездках, богословских трудах, Петр считал, что его главная миссия – это давать духовные упражнения, потому что это стремление помогать людям идти к спасению, идти к Богу. Но когда читаем его воспоминания, там видим его как человека очень живого, такого чувствительного, эмоционального, духовно тонкого, деликатного. И вместе с такой активной апостольской жизнью это дает историкам право называть его поистине созерцательным в действии. То есть он много трудился, но при этом его внутренняя жизнь была еще более активной. Можно теперь взглянуть на Ксаверия, воодушевленного путешественника. Он, как вы знаете, в церкви является покровителем всех миссионеров. Благодаря его таким очень масштабным миссиям в Восточной Азии и Японии. Он апостол Индии, как Азию тогда называли, Индиями во множественном числе. Некоторые говорят, что только святой Павел обратил больше людей к Богу, чем ко Христу, чем Франциск, который лично крестил 30 тысяч человек. Он очень много путешествовал. С одной стороны, это действительно не может не восхищать количество его миссионерских путешествий, но с другой стороны, путешествовал не больше, чем торговцы и завоеватели того времени. Его характер, который мы узнаем по его письмам, это был человек энергичный, предприимчивый, запальчивый, такой радостный оптимист и энтузиаст, не отступающий перед лицом никакого риска, но одновременно очень смиренный. Такой некой специфической характеристикой его среди иезуитов является то, что его тело осталось нетленным, ну, относительно нетленным, хотя после смерти его останки путешествовали около полутора лет по различным странам. Представляете, климат там вот, в этой жаре, Индия, Китай, ну, там, в окрестностях. И по прибытии на Гоа медики зафиксировали, что тело осталось с кровью в венах, с жидкой кровью в венах, внутренними органами в натуральном положении и без следов использования консервирующих субстанций. И
Да, такая как бы ее очень особенная. Не знаю, есть ли другие иезуиты, которые остались нетленными, наверное, нет. Он родился в замке очень знатной семьи и рос в таком, в такой атмосфере еще более красивой, чем в такой природе, еще более красивой, чем в Святой Игнатии, потому что у него был такой простор и виды вот, практически до горизонта во все стороны вокруг замка. Это все находилось на... Его замок находится на границе между баскским и кастильским краями, поэтому это можно сказать, что такое же такая культура встречи различных культур, такое смешение культур, языков, различных мнений и так далее. И с юношества мечтает о приключениях, о славе, о богатстве. И едет в Париж, чтобы изучать Аристотеля. Но, познакомившись с Игнатием, решает переключиться, как он пишет, на более возвышенную философию. И подобно Игнатию, он взял такое романтическое рыцарское качество всеобъемлющего посвящения из юношества во взрослую жизнь. Хотя Пьер Фавр говорит о нем, что он был тестом, которое великому воятелю было труднее всего замесить. Он был таким... Да, то есть такой достаточно сложный характер, потому что... Тоже отношения с Игнатием были трудными, потому что они относились к противоборствующим сторонам в текущих войнах европейских. В этих испано-французских конфликтах они находились по разные стороны. И их родственники тоже воевали по разные стороны этих конфликтов. Но потихоньку как-то нашли общий язык. Но, кроме того, был таким знаменитым человеком, потом молодым человеком, был чемпионом по прыжкам в длину, отличник на учебе, поэтому завоевать его расположение было непросто. Но переломным моментом были 30-дневные духовные упражнения, которые он сделал под руководством святого Игнатия, но даже в которых тоже прошел с излишним энтузиазмом. Говорят, что так предавался умерщвлению и постам, что чуть не пришлось ампутировать ему руку. Но его мистический опыт все-таки был очень глубокий. Об этом тоже свидетельствуют его дневники. Также то, о чем иезуиты любят говорить, когда вспоминают слово Франциска, это его привязанность к собратьям. Он очень любил писать собратьям о том, что с ним происходит, потому что был далеко, тоже да, много путешествовал. Любил получать письма. Когда писал письма собратьям, говорят, что делал это на коленях, как в такой молитвенной атмосфере. Когда читал со слезами, у сердца всегда носил тексты обетов с подписями первых товарищей. Но при этом тоже говорят, что умел находить твердые ясные слова, если видел, что что-то идет не так, что где-то кого-то нужно поругать. Вплоть до... И так как собратьев, так и мирян любого уровня, вплоть до королей. Вот. Часто сопровождал многочисленных друзей, еще до того, как стал иезуитом, в их ночных похождениях там в университетах, по тавернам и борделям, но при этом, по свидетельству близкого друга Симона Родригеса, оставался девственником во всех этих похождениях. Предвидел трудности, которые ему потом приходилось бы переживать во всех этих путешествиях, но как такой человек, который недавно обратился к Богу, потом очень ярко просил Бога в молитве, чтобы послал ему еще больше трудностей. Молился по несколько часов на протяжении нескольких месяцев. И было у него всегда много утешения. То есть это тоже такая отличительная черта Ксаверия, что жизнь была тяжелой, было много... Ну, представляете, да, в то время путешествовать из Европы в Азию, там, огибая Африку, они путешествовали в то время. Жить в Индии, в Японии для такого человека из... Из такой более состоятельной семьи.
Но при этом у него всегда было очень много такой внутренней радости. То есть, чтобы ни происходило, он говорил даже иногда, что столько радости у него в сердце, что он думает, что оно взорвется. Поэтому просил Бога, чтобы давал ему поменьше радости. Но при этом он не был тоже свободен и от темной ночи. Один раз у него был такой период, когда что-то не получалось в Индии, и он вопрошал Бога тогда на молитве, почему ты меня оставил. Ну, это такой единственный был такой момент, о котором мы знаем, в котором он был так глубоко и тяжело переживал такую оставленность, то есть безутешность. Изучал очень серьезно местные языки там, где проповедовал. Изначально проповедовал прежде всего бедным и простым людям, но потом в Японию, когда приехал, то приходит к тому, что вот его миссия будет более эффективна, если он обратится к элитам общества. Также, что интересно, до Японии его приоритетом было именно крестить как можно больше людей, потому что как в духе его эпохи он был уверен, что все некрещенные люди идут прямиком в ад. Но потом, после Японии, все-таки у него происходит такое внутреннее обращение, что он начинает заботиться больше именно о том, как эти люди, которых он крестит, будут жить потом. Наиболее критикуемой чертой Франциска является его непримиримость. Он в очень суровых словах отзывается о представителях других религий, об этих народах, к которым приезжает, даже призывает инквизицию на Гоа, чтобы этих еретиков немножко почистить. Тоже частью обычной миссионерской деятельности тогда было, и тоже то, что Франциск тоже разделяет, это очень активное уничтожение местных религиозных памятников, идолов, как мы их называем. Вот, и он совсем не верил, что что-то может произойти в Индии, но больше надежд связывал с Китаем. Он так мечтал попасть в Китай. Но что интересно, именно в Гоа сегодня в Индии выставлено его тело для почитания, и именно там приходят в его праздник приходят представители различных религий, различных народов, чтобы почтить его как святого. Хотя и не христиане. Вот там, где он совсем не верил, что может что-то хорошее получиться. Но в Китай он так и не доехал, умер от тяжелой болезни на португальском острове у южной границы Китая в ожидании корабля. Его последние слова: «На тебя, Господи, уповал я, да не постыжусь вовеки». Ну и тоже то, что о нем можем сказать, что вот такое единение созерцания и действия, хотя характер. Тут для такого общей перспективы его путешествие вот из Лиссабона через Мозамбик в Индию и потом там уже дальше по Азии. Вот, давайте пойдем дальше. Какие-то вопросы до сих пор? Нет. Сальмирон такой более интеллектуальный иезуит, более интеллектуальный святой. Он участвовал в Тридентском соборе в качестве богослова-эксперта от имени Святого Престола. Помогал Святому Игнатию также писать конституции общества. И к проблеме реформации он подходит с такой интеллектуальной стороны. Такая на то время достаточно новый такой подход к богословию. Он старается... Как? Новый для своего времени. То есть, старается связывать учение церкви, именно черпая из Священного Писания и из традиции отцов церкви, то есть что-то, что в то время было достаточно далеко, немножко задвинуто, то что-то, что к нам во всей полноте в церковь придет только со Вторым Ватиканским собором. Старался тоже использовать инструменты любых дисциплин, которые помогают использовать тексты Священного Писания, например, история, филология, литература. То есть какие-то выводы, к которым он приходил, если мы почитаем, то сегодня они, конечно, устаревшие, но именно методы, техники, которые он предлагал использовать в богословии, были в некотором смысле такими новаторскими в то время. Тоже вот такой проповедник, очень известный и влиятельный, и именно любили его проповеди
потому что он умел удержать внимание своих слушателей. Это было очень интересно его слушать, в отличие от наших тут лекций сейчас. Не-не, вас интересно. Мы не спим. Доброе утро. Его очень, очень хорошо характеризует апостольское рвение и вот именно такой интеллектуальной способностью. То есть такое апостольское рвение, как желание, чтобы люди были в тесных отношениях с Богом, чтобы шли ко спасению. Но и путь, которым он это реализует, это именно интеллектуальный путь. То есть труды, но также интеллектуально-письменные, но также проповеди. В духовных упражнениях он считается вторым после Пьера Фавра. Тоже великолепный администратор, то есть что-то, что обычно не идет вместе с великолепным писателем и проповедником. Но он, когда занимался неаполитанской провинцией, то именно вот тоже проявил себя как администратор. Был очень привязан к святому Игнатию, и после смерти Игнатия положил много стараний к тому, чтобы память о святом Игнатии сохранялась, чтобы вот как можно больше записать, как можно больше увековечить. И с одной стороны тоже говорят о том, что он проявлял совершенное послушание, но с другой стороны, когда приходилось, не забывал рьяно защищать свое достоинство, честь и репутацию. То есть нельзя сказать, что прям такой совсем смиренный до самоунижения. Николай Бабадилья. Конфликтный святой. Это такой тоже очень интересный человек. Родом из бедной семьи, но очень сильно старался и получил хорошее образование в различных европейских школах. И поехал в Париж, чтобы изучать классические языки, но там встретился со святым Игнатием и пришлось становиться иезуитом, когда сделал духовное упражнение опять. Таковая встреча. Вот. И он тоже очень много путешествовал, был таким путешественником, но по Европе. Как советник папских и императорских помощников, как богослов, тоже был ценимым богословом в дискуссиях с протестантами. И практически всегда путешествовал пешком. Такое было, любил гулять, джоггинг. Много проповедовал, вдохновляя к верности матери церкви. Такое тоже было апостольское рвение. Он заботился о епархиях, которые находятся далеко от центров такой активной церковной жизни. Ну и старался также опровергать то, что считалось ересями. Характер у него был очень трудным, очень независимым, как пишут собратья, о поведении порой эксцентричным, грубым, что приводило к конфликтам даже с настоятелями. Например, святому Игнатию он однажды писал, что «пожалуйста, пишите мне письма покороче, а то у вас столько всякого ненужного, что хватило бы еще на два дополнительных письма». Но как-то святой Игнатий умел находить с ним общий язык и как-то огибать все эти колкости совместные и направлять в нужное русло. Хотя однажды, вопреки воле святого Игнатия, он пошел на такую конфронтацию с императором, что должен был покинуть Германию. После смерти Игнатия он так рассорился с некоторыми собратьями из генеральной курии, что там вдохновил папу Павла IV так, что папа уже собирался реформировать общество Иисуса, чтобы убрать из него все такое специфическое, то, что было так важно для святого Игнатия, но конфликт удалось как-то там пройти и примириться и пойти вперед все вместе. Но при этом сам себя Сан Мирон считал смиренным и так очень активно защищал свое достоинство. Писал, что если бы все общество было как Бабадилья, оно было бы наисчастливейшим. Благодарю Христа за то, что веду себя, не оставляя причин для жалоб. И так, чтобы моя скромность и талант были известны многим. Так что могу хвалиться крестом Господним так же, как и все остальные. Да, он так говорит. Пишу это не для того, чтобы хвалиться, но чтобы посрамить тех, кто плохо думает обо мне, так как это делал святой Павел. Ну вот, видите, святой, хотя так конфликтов сколько было, и
Не подставлял левую щеку? Вот, по-моему, это будет моим любимчиком. Ну, Миша, может, это не канонизированный свидетель. Да. Но зато известно. Ну ладно. А этот? Хорошо. Франциск Борджи. Как видите, принц Ганди, маркиз Ламбая, грант Испании, губернатор, вице-король Каталонии, правнук короля Фернандо II и правнук папы Александра IV. Среди его 19 братьев знаем, что несколько кардиналов и архиепископов, некоторые сестер-монахини. 19 лет он, находясь при дворе императора Карла V, женится на приближенной португальского императорского двора. У них 8 детей, и в это время, вот пока он живет в семье, около 17 лет, занимается управлением каталонскими землями, именно как вице-король. И там тоже, как отличается, таким хорошими административными навыками, заботится о процветании земли, о заботе о нуждах людей. Но жена умирает через 17 лет после свадьбы, он тогда делает духовные упражнения, и уже через 3 месяца приносит обеды послушания и целомудрия. Не приносит сначала обед бедности, потому что много всяких дел, которые нужно передавать детям, поэтому это все тянется много лет, пока он своим сыновьям уже передает окончательно все эти свои дела знатные. Факт его монашеской жизни первые годы остается в тайне, чтобы не усложнять эту передачу дел. Он много помогает обществу, как раз потому что вот благодаря его такому происхождению много хороших людей, к которым он может так очень просто войти. Он помогает опубликовать текст духовных упражнений, помогает с окончательным одобрением Святого Престола для общества. Помогает с основанием новых коллегий в различных городах. Очень много школ были основаны благодаря его поддержке прямой. Когда услышит слухи, что его хотят сделать кардиналом, тогда убегает в провинцию, чтобы его не нашли, и там проповедует. Много людей приходит на его проповеди, даже те, которые не знают, что он Борджи. Вдохновляет собратьев хранить верность конституциям, никогда не изменять их и оставаться верными их духу. В 1565 году его избирают генеральным настоятелем, и с этого времени он уже все свои силы и свое время посвящает управлению общества, развитию миссий. Как раз в это время, как вы знаете, происходит встреча старого и нового мира, открывается Америка. Тоже развиваются миссии в Азии в это время, благодаря его помощи. Но когда он едет в такую очень многомесячную поездку, которую ему поручает папа Пий V по Европе, умирает от артрита и плеврита. Его мощи говорят, что были утеряны в пожарах во время революционных волнений в Мадриде в 1931 году. Петр Канизий. Апостол Германии. Он родился в Нидерландах, в 19 лет уже был магистром искусств из знатной семьи. Во время учебы в Кёльне знакомится с Пьером Фавром. Он второй апостол Германии после святого Бонифация, учитель церкви. Его называют молотом еретиков за ясность и талант, с которыми он критиковал и обличал ошибки протестантов, хотя не совсем справедливый титул, потому что он одновременно отличался такой эластичностью и пониманием, что вот такое именно дружба, какие-то разговоры могут человека привести к Богу, а не какое-то насильственное, морально-насильственное или физически-насильственное обращение. Его проповеди действительно вдохновляли многих возвращаться в лунной католической церкви. Его считают одним из основателей католической прессы. Когда ему было 25 лет, уже его призвали как богослова на Тридентский собор. Когда Игнатий искал добровольцев для новой общины на Сицилии, и Петр предложил себя
как добровольца и сказал, что вот на любую работу, хоть поваром, хоть плотником, хоть садовником. Ну и поехал на Сицилию, но и там уже на Сицилии, когда находился, начал очень горячо молиться за Германию, и рассылал тоже письма в различные общины, чтобы другие молились за Германию. Святой Игнатий его пожурил немного за такую преувеличенную горливость, усердие такое, несанкционированное, но потом, в конце концов, когда в Германии, в Ингольштадте нужно было укрепить католический университет, тогда Игнатий его как одного из первых туда отправил. Потому что там были дискуссии и ослабление университета в связи с новым университетом протестантским в Виттенберге. Но работы в университете было немного, поэтому Петр хотел как-то еще больше заботиться о своей любимой, так горячо любимой Германии, и поэтому начал искать другие возможности, проповеди, работы со студентами. И там, работая со студентами, он ужаснулся тому, как глубоко проникнулись туда, в среду студентов, идеи реформации. Также, познакомившись со многими священниками и епископами, он ужаснулся тому, как низкий был моральный уровень епархиального состава тогда. В то время, но и это его не отвратило от церкви, а наоборот, он старался. То есть говорят, что там более по его письмам он считал, что только 10% священников живут действительно в согласии с тем, что проповедуют. И поэтому он старался еще больше, еще более горячо, с большим рвением сражаться за церковь. Вот, проработав пару лет в Германии, он вернулся в Вену вместе с другими собратьями. Нет, он вернулся в Италию, и оттуда по просьбе императора Фернандо отправился в Вену, чтобы там тоже сражаться за церковь. И там тоже стал знаменитым проповедником, несмотря на кёльнский акцент в его немецком. Он был личным проповедником монарха, но также служил бедным, больным, заключенным и тем, кто возвращались с войны. Организовал общины мирян, которые тоже очень активно действовали в то время в отдаленных местах и в городах. Даже благодаря помощи святого Игнатия избежал назначения епископом Вены, хотя проработал некоторое время как администратор. По характеру говорят, что он отличался тактом и упорством. Вот всегда именно был таким трудолюбивым, неутомимым, не мог сидеть на месте, всегда искал возможность получить какую-то еще другую работу. У него не было таланта в прямой администрации, поэтому он с радостью отдавал любую работу, когда его освобождали от административных функций, возвращался к тому, чтобы писать и проповедовать. Хотя говорят, что в письменной работе тоже был настолько хаотичным и спонтанным, что добавлял всегда работы писарем и цензором, им приходилось переписывать по много раз, перечитывать по много раз, когда ему вдруг приходило в голову что-то другое. Поэтому среди его письменных работ особенно выделяется его катехизис из двух частей, который состоит, тоже которого такая была долгая история многих переписываний. Во время жизни Петра этот катехизис был переиздан более 200 раз, переведен на 15 языков. Считается, что он оказал большое влияние на католичество в Германии. Его приглашали церковные светские власти в различные уголки империи для спасения католицизма, как они говорили. За несколько лет вот такой своей активной работы в Германии, в империи вообще, он проехал около 32 тысяч километров на лошади и пешком. Петр Скарга тоже еще не канонизирован, но в процессе были там разные проволочки за все это время. Патриотичный проповедник, родом из провинциальной знати под Варшавой. В общество Иисуса вступил уже будучи священником, причем таким уже достаточно продвинутым священником, много успел проработать. Но наибольшую известность приобрел уже будучи придворным проповедником Зигмунда III, то есть такой
Наверное, тут отец Богуслав мог бы рассказать гораздо больше о Скарге. Но он был таким очень смелым, очень таким, как видите, на этой, на этом изображении, где он проповедует, это, наверное, всеми происходило. Он ругал там этих всех властителей, говоря, что вот, Бог вас накажет за то, что вы забываете миссию, которую Бог вам доверил, о своем народе не заботитесь, о Матери Церкви. И проповедовал много, писал на богословские и социально-политические темы, и считается, что также его труды оказали большое влияние на развитие польского языка в 16-17 веков. Среди тем, которые были ему интересны, отличаются особенно патриотизм, дела милосердия и единство христиан. Он считал, что вот для того, чтобы в стране, у страны было счастливое будущее, то нужно, чтобы у людей была любовь к отчизне, чтобы было среди правителей согласие в общественных делах, чтобы было единство в вере, поэтому так сильно обращал... как это называлось? Разноверцев. То есть тех, которые не были католиками. Иноверцы. Иноверцы, да, спасибо. Также хотел, чтобы... Ну и так много проповедовал тоже, чтобы эти властители принимали справедливые законы и заботились о том, чтобы преступники получали справедливое наказание. О солидарности заботились. То есть, в общем, такие тоже не только богословские темы были в его проповеди и трудах, но и такие политические, социально-политические. Тоже в этом он стал таким противником Габсбургов и с ними съел немало соли в этих конфликтах. Призывал богатых не отказываться от своего богатства, но справедливыми способами увеличивать его и помогать, чтобы они могли помогать бедным. Ну и такой солидарности призывал. И его проповеди были горячими не только при монарших дворах, но и в обычных приходах. В своей заботе о единстве церкви он всегда основывался на Священном Писании и был против насилия любого рода, считал, что можно достичь единства только проповедью Евангелия и примером жизни по Евангелию. Таким вот был Петр Скарга. Станислав Костка. Помоложе святой польским ангелом его называют. Ой, он совсем ребенок. Да, он совсем немного пробыл иезуитом. Родом из маленькой польской деревни Ростков, из такой относительно знатной провинциальной земли, семьи. Очень строгое было у них воспитание, но в отличие от предыдущих наших отцов, строго не только в вопросах веры и богословия, но также в вопросах моральной безупречности. Но одновременно, что интересно, что родители были очень категорически против его вступления в общество, когда об этом узнали. Ну и с обществом Иисуса он познакомился в Вене, в иезуитском колледже, куда его вместе с братьями отправили учиться, его родители. В колледже тоже была такая суровая дисциплина, может быть, даже еще суровее, чем у него в семье, говорят. Но он быстро приспособился к этим новым обстоятельствам и приобрел очень много друзей. Говорят, хотя тоже многие насмеивались над ним, потому что он был очень религиозным таким человеком. Например, каждую полночь вставал, чтобы помолиться на коленях, и в это время там проходили, его задевали, чтобы как-то там, типа вот, мы не заметили в темноте. Но он не обращал внимания на такие колкости какого-то. Больше всего проблем было вот с этими насмешками со стороны братьев, поэтому это было грустнее всего. Но интересно, у него было несколько таких интересных мистических опытов, нескольких таких чудес, даже можно сказать. Еще до того, как он хотел быть иезуитом, он однажды заболел сильно, и вот лекарства не помогали, и он хотел принять причастие, но в общежитии, в котором он жил, из-за вот межконфессиональных в то время уже проблем не разрешили внести святое причастие. И он тогда говорит, что он молился святой Варваре, чтобы она его причастила, и уверяет, что она действительно принесла ему святое причастие. И на следующее утро, что ему явилась Богородица, и сказала, что хочет, чтобы он вступил в общество Иисуса. И это был день, когда он вдруг выздоровел.
Ну, и тогда же он обратился к провинциалу в Вене, чтобы, что вот хочет вступить в общество, но провинциал отказался его принимать, потому что родители были против. Но другой иезуит, исповедник императрицы, поддержал его в планах поехать на, в какую-нибудь другую провинцию, чтобы потом попытать счастье с другим провинциалом. Тогда он решает путешествовать в Аугсбург, там, чтобы встретиться с немецким провинциалом. Ну и особенно как бы такой как уже такой самый решительный день наступает, когда его братья переходят от таких словесных насмешек к физическим издевательствам за его такие долгие молитвы. И он тогда покупает... Братья, в смысле, родные? Да. Да-да-да, в этом колледже. Он тогда покупает грубые одежды, широкую шляпу от солнца и посох паломника, берет два рекомендательных письма, одно для провинциала Германии, другое для генерального настоятеля ордена на всякий случай, это был тогда Франциск Борджиа, и выходит 15 дней пешком в Аугсбург, приходит, и ему говорят, что провинциал в Диллинге, в другом городе. Еще пару дней туда. И там провинциал соглашается его принять, но говорит, что вот, чтобы пока что условно, и чтобы не было проблем с родителями, пока поезжай в Рим, чтобы подальше от Польши это было, чтобы родители не добрались, если что. И тогда он идет в Мюнхен, откуда с несколькими собратьями, пешком тоже в Рим, 1500 километров. В 17 лет его принимают в новицат. Магистр новицата пишет в характеристике, что Станислав вел себя как ангел, был смиренным, скромным, самоотверженным, избирал такие самые простые, самые нежеланные работы, всегда радостный, послушный, строгий к себе и кроткий с другими. Разговаривал больше всего о Пресвятой Богородице и о своем призвании. Когда отец его узнал о том, что все-таки его приняли в общество, он был вне себя от ярости, сказал, что вот, лишит его всякого наследства, ну и будет требовать, и будет стараться, чтобы выгнали его из общества. И там начал писать какие-то письма, но письма уже не настигли Станислава, потому что у того было другое чудесное событие. Он, слушая проповеди Петра Канизия, как-то так пошли его молитвы и размышления, что он начал просить Богородицу, написал ей письмо, чтобы она забрала его на небо в праздник Успения ближайший. Это было 9 августа. 10-го он вечером слег с температурой, а 14-го ночью, приняв таинство, умер. Такое вот странное окончание жизни. 18 лет. То есть получается, что меньше 2 лет, да, пробыл. Извините. Польский ангел. Антонио Руис де Монтойя, латиноамериканец, родом из Лимы, из столицы Перу. Еще молодость его была, говорят, полна детских шалостей и приключений. Его иезуитская жизнь тоже характеризуется такими же словами. Собратья говорят о нем как о мужчине с железным характером, пылающим усердием о спасении душ, не знающим усталости и с немногочисленными нуждами. Практически сразу после того, как он становится иезуитом, его посылают на территорию индийских миссий в Южной Америке. Он там работает 30 лет, говорят, что крестил 100 тысяч индейцев, изучил язык гуарани. И когда в те места, где он работал, прибывали работорговцы из Бразилии, он тогда организовал переправку 15 тысяч крещенных индейцев в более безопасные земли, часть рекой, часть лесом поехали. Заботился об аборигенах, он обучал их различным ремеслам, земледелию, стройке и тоже военному делу, чтобы они могли защититься от налетчиков. Потом он доплыл до Европы, добрался до Филиппа IV, чтобы добиться от него каких-то привилегий, гарантий для этих парагвайских редукций, таких общин, да, в которые их организовывали иезуиты там, индейцев, христиан. Это что-то такие самодостаточные экономические и такие единицы.
опубликовал несколько книг о культуре и языке индейцев, и он очень их любил. Его биография стала таким одним из основных вдохновений к фильму «Миссии». Правда, в фильме его история разделяется на двоих иезуитов. Иоанн де Брибёв – один из многих мучеников, миссионеров среди индейцев в данном случае, но это уже было на севере Америки, в Канаде. Родился в Нормандии и вот поехал в канадские земли для евангелизации индейцев-гуронов. Там было таких два, в том регионе было два таких племени основных, которые были самые многочисленные – гуроны и иракезы. И вот его отправили на евангелизацию гуронов. Они были как-то более сговорчивые, тоже было как-то проще войти. Выучил их язык, культуру, традиции. Жил среди индейцев, как индеец, говорят. Огромный, очень сильный человек, величайшей доброты. Мягкий, но сильный, щедрый, ну и такой упорный, устойчивый. Воинственный дух, жажда приключений тоже, поэтому так очень радостно туда поехал. Искренне полюбил индейцев, называл их «мои дикари». Говорил тоже, что общается с ними и находит общий язык, и пока все хорошо, но знает, что если они вдруг вспылят, если им что-то не понравится, то могут череп на две части разрубить легко, ни с того ни с сего. Но вот именно благодаря тому, что он так жил среди них, как-то старался тоже как-то свой дом так в тех племенах, где... в тех селениях, где путешествовал, устраивать так, как именно как у индейцев, то есть не сильно его европеизировать. Поэтому было тоже так как-то проще найти общий язык. И тоже многих евангелизировал и крестил. И его преследовали слухи, которые распространяли индейские шаманы, спасибо. О том, что вот те, кто принимают этих белых миссионеров, на них приходят проклятия, эпидемии за это иноверство. Но отец не падал духом, и если его где-то не принимали, тогда шел в другое селение. Но в целом с гуронами у него было все в порядке. Но однажды иракезы захватили и его, и еще нескольких собратьев, и нескольких гуронов. Их избили, пытали, покалечили, он стал рабом и там некоторое время работал, там находился в рабстве, но его освободили голландцы, вывезли в Европу, но оттуда он все-таки опять решил вернуться к своим дикарям, чтобы быть миссионером, хотел тоже евангелизировать теперь иракезов тоже. Ну и там уже, когда схватили его, несмотря на перемирие, один из иракезов, его к нему связанным подошел и так говорит: «Ты говоришь, что крещение и страдания этой жизни ведут нас прямо на небо. Я крещу тебя». И трижды облил его кипящей водой. Ну и потом тоже продолжалось с ножами, ритуальная казнь. И при этом во время этих мучений, по свидетельству тех, кто выжил из этой... из этих пыток, говорят, что он в это время вдохновлял к стойкости, к вере собратьев и гуронов, которых казнили вместе с ним. Один из мучеников такой. Ну, такой чуть более современный святой, чилийский, апостол Чили, как некоторые его называют, отец бедных, Альберто Уртадо. Его можно считать апостолом из будущего, таким пророческим апостолом, потому что его идеи, пастырский подход, который он в своей работе воплощал, они сегодня уже во всей Латинской Америке популярны, но епископы пришли к нему только лет 40 после того, как это начал делать отец Альберт. Ну, эти идеи – это социальная перспектива, то есть да, смотреть на евангелизацию, на общество со стороны бедных, как в приоритете заботиться о бедных, о молодежи, о призваниях к священству и работать уже с архитекторами общества, как мы говорим, то есть с теми, кто именно больше всего влияет на то, как мы будем жить завтра. Родился в простой чилийской семье, отец его умер, когда ему было 4 года, оставив семью в долгах. Они жили с мамой и сестрой у небогатой родственницы, там и как его мать, так и эта родственница, они давали ему такой хороший пример заботы о больных и бедных. Может быть, там он так научился
такому вниманию, такой чувствительности, чуткости к людям, которые страдают. В его работе с молодежью уже как иезуита его отличало то, что со всеми, он всех знал по именам, с молодежью, с которыми работал, и какие-то такие личные, дружественные такие отношения. Тоже старался воплощать идеалы движения литургического обновления, которое как одно из таких предвестников Второго Ватиканского собора. Но его такой стиль пастырства занимал очень много времени, что приводило к конфликтам с собратьями. Его обвиняли в непослушании, в самолюбовании, в неуважении к традициям ордена. Были тоже политические конфликты, там, когда был кризис одной традиционной католической партии, он явно ее не поддержал, потом тоже не высказывался, как держал молчание в вопросах отношений с Советской Россией, поэтому это воспринимали, что вот он такой коммунист, наверное, поэтому такая молчаливая поддержка. И это тоже приводило к еще большим конфликтам, как с епископами даже. Ну и тогда, как бы, у него было больше времени, потому что его освободили от такой основной работы, как координатор национальных движений. И он начал проповедовать именно вот что стало основным его визитной карточкой, то, что в нищих, страдающих от голода и холода страдает Христос. Это Христос не имеет крыши над головой, говорил он. И он организовал такой сначала приют, потом то, что выросло в такую, как бы, такую более большую сеть приютов, такую большую организацию или фонд, можно сказать, Дом Христа или Пристанище Христа для бездомных. И он сам ездил ночами по улицам города, чтобы собирать их. Было очень много тогда бездомных в Сантьяго, иммигрантов и своих чилийцев. И он чувствовал, что вот любовь именно к обездоленным – это то, что Бог хочет для него. И был также уверен, что если христианин всецело посвятит себя миссии, которую Бог ему дает, тогда Бог добавит ему то, чего не хватает. Ну и так кажется, что происходило с ним, потому что бывало много таких случаев, когда вот не было известно, что вот был риск, что вот завтра придется закрывать какой-то приют, потому что нет денег, но и вдруг именно та сумма находилась. И эта организация помогла и продолжает помогать сотням тысяч бездомных и оставленных, и мигранты тоже сегодня, тоже очень много мигрантов в Сантьяго и в других городах Чили. Но основным ее плодом считается именно та чувствительность, которой он смог заразить чилийское общество, как христиан, так и не христиан, такой солидарностью, что вот эти люди, которые страдают рядом с нами, что такое сочувствие к этим людям, да, и желание помочь, тоже такое отношение к богатству, что вот то, что у меня есть, это не просто то, что Бог это мне дает не только для меня, но также, чтобы я мог помогать другим. И тоже, ну не только такой апостольской, но непосредственной жизнью было тоже, у него много письменных трудов, проповедей, он в интеллектуальных делах тоже старался зажигать сердца людей таким стремлением к социальной справедливости, чтобы христианская вера, чтобы она не заключалась только в набожных словах и в том, чтобы ходить на мессу, но тоже чтобы и в том, что Христос говорит, чтобы вот дать хлеб и одеть бездомного оставленного. Его не переставали критиковать, но он отважно защищал всегда свою позицию, но при этом тоже был всегда готов оставить все, если вдруг бы его об этом попросили, но ни разу так не попросили, кажется. Он умер от рака, когда узнал этот диагноз, он отреагировал так, сказал: «Шеф призывает меня, и вот я готовый и счастливый. Контенто, сеньор, контенто». Очень часто его фразы. Вот, хватит из святых. Как видите, они очень разные из тех, кого мы увидели. Есть и другие, может быть, есть совсем другие, но вот тех, кого мы успели посмотреть. Есть богатые, есть бедные, есть из влиятельных систем, из семей, из очень простых, из монарших кровей и пастухи. Богатые, которые сближаются с бедными, бедными, которые остаются влиятельными среди самых влиятельных. Послушные, упрямые, более миротворческие, более разжигательные конфликтов, более организованные, более хаотичные. Есть среди них старые, среднего возраста и совсем молодые. Есть девственники, распутники, есть семейные люди, интеллектуалы, искатели приключений.
порой впадающие из крайности в крайность. Да, как видите, что даже самые великие святые не отличались безупречностью, да, то есть у каждого из них были какие-то, может быть, за исключением Станислава Костки, о нем что-то много прям, ну, насколько, в целом так, да, что святые, точно видим, что вот эти люди, они не совершенны во всем. И также, что все они нуждались в ясном примере живых людей, что кто-то, кто бы вдохновил, или через кого-то, кто-то, через кого Бог мог показать им, как-то вдохновить их на какой-то путь более Божий. Ну и тоже, что мне кажется, что что-то, что является очень важным и интересным для каждого из нас лично, что тоже в пути каждого из них, как уже как иезуита, как человека такого более духовного пути, отражалась более или менее явно в каждом случае та история, которая их характеризовала до того, как они стали, до их обращения или до того, как они стали иезуитами. Да, то есть их биография, то, откуда они родом, как их воспитывали, как какие-то юношеские мечты, их таланты и тоже то, что мы называем недостатками. Что это тоже как-то вот вплелось в их в святость каждого из них, да, что каждый свят по-своему. Ну, из таких, из общих каких-то вещей, которые что-то, что можем сказать, что их объединяет, мне кажется, что прежде всего это, конечно, опыт духовных упражнений, каждый из них, но сделал повседневные духовные упражнения и старался жить этими упражнениями в жизни, действительно, как по такому по призыву царя идти вперед, не жалея сил, тогда, когда есть более или менее надежная уверенность, что вот для этого, к этому нас призывает воля Божья, в этом большая слава Божья. Такое апостольское рвение, именно забота о людях, да, то есть не столько забота о внутреннем совершенстве, сколько забота о том, чтобы вот другие люди, к которым Бог меня посылает, чтобы они могли встретиться с Богом, могли жить по-Божьему. Созерцание в действии, именно такое, то есть с одной стороны глубокая молитвенная жизнь, да, диалог с Богом постоянный, и с другой стороны очень активная жизнь тоже внешняя, то есть какие-то путешествия постоянные, или много трудов письменных, проповеди, исповеди и так далее. Это тоже социальная работа, как потом тоже приходим к этому. Также, с одной стороны, упование на Бога полное, с другой стороны, полная самоотдача, да, то есть готовность положить все средства, которые у меня есть, весь этот мой багаж, то, что я называю моими талантами, то, что называю моими недостатками, и все это положить на службу Богу, веря, что Бог восполнит все, что там есть. То есть, да, то есть, с одной стороны, такая самоотверженность, трудолюбие, отсутствие лени, с другой стороны, смирение, ну и тоже смелость, что вот у меня есть это, только это, но вот с этим я иду вперед. С одной стороны, смирение и послушание, с другой стороны, готовность защищать свое доброе имя, да, то есть тоже такое, бывает такой, иногда такой атрибут, такой не святости, а скорее такого святоши в таком нашем общем понимании, да, то есть такой, который вот его будут унижать, а он будет еще помогать тому, кто его унижает. Да? Но знаем, что тоже в Евангелии есть слова, когда Иисус говорит, вот, если я говорю худо, покажи, что худо, если хорошо, зачем бьешь меня? То есть такой, да? То есть, готовность защитить свое доброе имя, ведь если я иду туда, куда Бог хочет, чтобы я шел, то мое доброе имя – это также в некотором смысле доброе имя Бога. Но при этом также готовность к бесславию, да, то есть люди, которые уезжали из Европы и думали, что вряд ли они вернутся когда-либо в Европу, они точно не заботились о том, чтобы какая-то слава, все, даже если они были из таких очень знаменитых семей, оставляли все, чтобы идти и проповедовать Евангелие. Тоже такое их характеризует, мне кажется, такое творчество в поиске решений, такое смелое
смелые, отважные иногда решения, которые не всегда могут выглядеть новаторскими, а значит непопулярными, а значит могут быть критикуемыми, да, и поэтому тогда защищать свои решения, но опять же с такой свободой, что если окажется, что это не совсем Божья воля, тогда я откажусь, каким бы замечательным это мне ни казалось. Да, тоже такое одно из характеристических, такая, с одной стороны, идентификация с миссией, вот эти иезуиты, которые работают где-то в чем-то конкретном, они работают так, как будто бы это было бы дело всей их жизни. Но при этом, если завтра настоятель, провинциал говорит, что вот поедешь в другой город, в другую страну, на другой край земли, и будешь заниматься чем-то совершенно другим, тогда они это делают и как спокойно уезжают на следующий день или хотя бы на следующий месяц. Ну, по-разному бывает. Да, вот в этих людях, по крайней мере, которых мы видели, да, то есть такое путешествие. Тоже такое отсутствие страха, что вот если есть такая уверенность, что такова Божья воля, такая уверенность распознанная, обоснованная, то тогда, что бы ни говорили другие, вот мы идем вперед и идем за Божьей волей. Даже если кто-то будет смеяться, кто-то будет критиковать. Тоже такое внимание и уважение как к сильным и богатым, так и к слабым и к бедным. Да? То есть здесь, опять же, как мы, с одной стороны, как есть крайности, у всех есть свои крайности, какие-то преувеличения, но в целом можно сказать, что общая линия такая, что эти святые, они вот так, как бедные, так и богатые, для них были одинаково важны. Потому что церковь все-таки, ну, да. Далеко не все великие интеллектуалы и ученые, но все много учились, как вы видели, что они по много лет там занимались, изучали языки. Даже святой Игнатий, например, это было, представьте, для человека уже в зрелом возрасте, ему пришлось начинать изучать латынь, садиться за лавку, за парту с молодыми юношами. Ну, ничего, если Бог хочет, все возможно. И вот, ну и многое другое, что-то об этом еще поговорим. Во всем этом горячая любовь ко Христу, церкви и каждому человеку, стремление распознавать волю Божью, исполнять ее, чего бы это ни стоило, и тоже поиск такой большей славы Божьей, как мы говорили, что эти святые, они не только ищут того, что было бы хорошо, но то, что было бы лучше всего. Это знаменитая магис. И что это говорит нам сегодня, нам, христианам 21 века, в Москве и в других городах? Во-первых, что прежде всего, мне кажется, что важно, что каждый может быть святым. И что эта святость, это не такое, вот как мы говорили, да, в начале такое святошество такое, или даже, может быть, совершенно, что, может быть, есть такие люди где-то, которые совершенны во всем, идеальны. Почему? Если взять польского ангела, то прям... Да, но он не успел просто развернуться. Но что такая, тоже как бы не закрывать, тоже такую, не приклеивать ярлыки, чтобы мы тоже, когда видим людей, которые живут по-разному, которые, может быть, живут жизнью очень грешной, а может быть, живут жизнью даже, которую мы можем охарактеризовать как распутные. Но, как мы видели, что среди этих святых тоже были люди, которые в какой-то период своей жизни жили совсем непростой жизнью, совсем далекой от совершенства. Поэтому вот поменьше ярлыков, побольше такой открытости, любви, ну да, любви, которая, может, иногда и в суровых словах выражается. Но чтобы все-таки двери святости перед кем не закрывать. Как быть святым в современном мире, как подражать святым, что... Да, как мы говорили тоже, что вот эта история, которая была с ними до того, как они стали иезуитами, до того, как они стали святыми, она потом тоже в этой жизни святости также выражалась, в этой жизни духовной. Поэтому что вот Бог призывает нас такими, какими есть, с нашими дарами и несовершенствами, с нашей историей. Поэтому в святость входим такими, какие есть, вот, вместе со всем этим багажом.
Но то же, что это подражание, с одной стороны, святые показывают нам, как можно реализовывать путь Евангелия в повседневной жизни, но с другой стороны, подражать им это не значит, не обязательно означает обезьянничать, в том смысле, вот делать то же самое, то, что они делали. Каждый из них по-своему как-то реализовал эти идеалы, поэтому каждый из нас тоже должен найти в своей жизни, как вот семейные люди или одинокие, монашествующие или не монашествующие и так далее. То есть каждый в своем где-то там, в своем мире, на своем, где-то где работает, где трудится. Вот дух один, а дары его различные. Тоже то, что происходит с внутренним миром, да, то есть эти эмоциональные святые, которых мы видели, что они как были эмоциональными, так и остались, и не отказались от своих эмоций, от чувственности. Но это все как-то вместе с Богом, в молитве, в духовной жизни, в такой тоже в правде перед самим собой очищалось, упорядочивалось, чтобы служить делу, служить миссии, служить призванию, и не мешало. Ну и тоже давать себе время, чтобы побыть наедине с собой, с Богом. Да, то есть такое что-то, что, через что каждый из них прошел, что-то, через что стараются проходить все иезуиты и друзья, чтобы дать время, чтобы побыть наедине с собой, с Богом, чтобы немножко отойти от таких повседневных дел, да, от суеты, от заботы, от такого шума, который нас окружает, физический шум, какой-то психический шум внутри, вот эти все проблемы, заботы, дедлайны, и понять, чего же на самом деле хочет мое сердце, то есть и Бог, говорящий через это мое сердце, например, духовное упражнение. Вот теперь, если есть какие-то вот выводы или обобщения, которые кто-то, что-то, что вам, может быть, как-то запало в душу, или что-то, что было интересно, что-то, что было непонятно, или что-то. Или что это говорит нам сегодня, христианам 21 века, история этих святых? Интересно, как отрефлексировать себе состояние святости? Есть какой-то критерий, элемент? Вот, чтобы от него как-то отталкиваться, чтобы его выявить, ну, хотя бы записать, да? И тут, в чем это может быть выражено? Такого именно как лакмусовой бумажки, такого не существует, конечно. Как, мое любимое определение святости – это что святой – это тот человек, который свою волю, то есть какие-то, да, свои желания, решения синхронизирует как-то, что они в гармонии с волей и желаниями Бога. И путь святости для христиан, он, конечно, прежде всего его показывает Иисус Христос, поэтому созерцание Евангелия, созерцание Христа в Евангелии, ну, как смотреть, как Христос живет, стараться это исполнять в своей жизни, общаться с другими. Но тоже не существует лакмусовой бумажки, потому что святость, она в жизни каждого человека – это что-то другое. В каждой эпохе, в каждой истории это что-то настолько разное, что-то настолько творческое, что привести к единому знаменателю. Мне кажется, что это невозможно. Если об этом идет речь, да, то это, наверное, все-таки какой-то показатель. Потому что мы, допустим, занимаемся наукой, да, у нас есть какие-то продвижения, то есть мы можем свое продвижение по сравнению с собой предыдущим как-то отследить, какие-то свои свершения или наоборот. Каждый труд человека, он в чем-то проявляется, допустим, даже труд психолога, да, он проявляется в других людях. То есть ты видишь наглядно какой-то результат, результативность. И тут вопрос святости тоже, мне кажется, очень важен, чтобы обычный человек, да, понимал, как, вот, что, в каком русле он идет, то есть он все ходят в церковь, все как-то движутся, все развиваются, но должно быть какое-то, может быть, чувство уверенности, да, вот именно вот это чувство уверенности, что ты делаешь так, чтобы там не озираться по сторонам, ни с кем себя не сравнивать. Вот этого нет. Но да? Чувство уверенности с этим еще сложнее, потому что считается, что
Кто точно не святой, это тот, кто считает себя святым. Ну, просто вот я знаю, что в восточных странах, да, там говорится о том, что христиане, да, если они христиане, то они святые, потому что они в мусульманском обществе находятся, и, то есть, вот если человек рожден от христианских родителей, да, то есть это и они воспитали его благочестие, то это святая семья, то есть там говорится о святости гораздо более простыми. Понятие святости, оно более простое, то есть оно уже его какого-то, каких-то качеств, благочестия, там, церковности достаточно, чтобы семья была, семья святая. Ну, да? Научных методов не существует таких, чтобы определить это, но в целом считается, что вот когда, если уже так более так формально, если рассматриваем какого-то человека, чтобы определить, подходит для канонизации или нет, тогда... Смотрится обычно в целом, если его жизнь действительно шла как-то, вот он стремился в своей жизни к Богу, и его действительно, его поступки, они как-то были синхронизированы вот с ценностями христианскими, да, то есть он жил вот как благочестивый семьянин или как целомудренный человек в одиночестве. И потом тоже, что какие-то, что действительно героическим образом реализовал ту или иную добродетель, как мы видели это в начале, да, помните? Вот, то есть, героизм, а там уже то есть дальше. Может быть очень простое что-то. Героизм у матери очень легко, ведь, да, не спать ночами, тоже может быть героизм. Но, вот, поэтому. Что-то может быть очень простое. Но вот именно такого четкого научного критерия это не существует. Это было бы очень неразумно с нашей стороны закрыть святость в четких научных критериях, потому что жизнь-то меняется. История течет, вперед идет. Поэтому для каждой эпохи святость она своя немножко. Вот я представляю, что святость в основном связана с книжками и с прошедшим каким-то временем. А то есть подражание святости, да, волей-неволей, можно стать подражанием каким-то вот литературе, да. То есть упражнения Игнатия Лайолы, они дают возможность вот приобщаться, да, вот к этим понятиям, то есть вот каждый человек может, испытывая, ну, проходя через эти упражнения, может вот этот путь найти для себя, да, какой-то. Ну, то есть это такое время интенсивное очень отношение с Богом, такого, где, во-первых, с самим собой побыть наедине, во-вторых, с Богом пообщаться, и тогда человек там в этих упражнениях он вот как-то видит, чего Бог хочет от него и что на самом деле для него счастье, да, в этом смысле. Он ведь путь святости для путь счастья, эти, да? Упражнения или в компании с другими людьми, чтобы делиться, то есть он может делиться, да, с группой своими ощущениями. Обычно есть один священник, который с которым он общается в это время, который его сопровождает на этом пути, направляет как-то. То есть у него единично, да, а вот то, чтобы были какие-то отзвуки там с другими людьми, какие-то. Обычно во время самих духовных упражнений обычно этого нет, потому что именно важно молчание, которое создает такое как бы пространство, в котором слышно тихий голос Бога, как в том диалоге с Ильей. Ну, бывают разные формы, просто бывают тоже адаптации какие-то. Спасибо. Какие-то еще вопросы, комментарии? Сейчас вот как-то не про этих святых, вот так больше про всю жизнь вот рассказываю. Но вообще очень многие святые, вот которых так мы знаем вообще в принципе христианских, они как раз отличались тем, что они, как бы вот идя вот по пути к Богу, они осознавали, насколько они грешны и плохи. И они часто, когда уже, может быть, даже в конце жизни, считали себя страшными грешниками. Это вот просто потому, не потому, что они были плохие, вот, и они, может быть, как раз становились лучше, как люди, но они лучше видели человека, то есть их внутренний как бы взор, он видел эти грехи. И
Поэтому они вряд ли считали себя какими-то святыми и хорошими людьми, именно потому что они могли видеть лучше вот, ну, греховность человека, такой, который присущий. Да, как говорят, что действительно, что духовный взгляд, он как-то становится более... более изощренным, да, как руки человека, который работает с драгоценными камнями, он может на ощупь отличить там вот какой-то камень, да, который как никогда с этим не работал, для него одно и то же. Да. Вопрос. Да? Лекция, насколько я понимал, разговор назывался о святости в обществе Иисуса. Да. И хотел спросить, собственно, вы видели разных очень святых, очень интересно это было. Галерею очень интересных людей, очень разных, каждый яркая индивидуальность. Но все-таки что, какая черта, что может быть есть, ну, на ваш взгляд, такое, что делает их и их духовный путь объединяет как иезуитов, кроме того, что все они прошли духовные упражнения, они сыграли какую-то очень важную, решающую, если я упрощенно понял, вначале роль прям-таки определяющую для большинства из них. Может быть, что-то еще, какая-то черта, какая-то особенность, насколько вы делаете, что их, ну, их святость делает святость иезуитов. Да, ну вот что-то вот из этого, что мы говорили, да, то есть вот такое созерцание в действии, что-то такое очень специфическое, очень характеристическое. То есть именно интенсивная духовная внутренняя жизнь, но которая одновременно выражается постоянно в таком как бы труде, постоянно, да, работали. Такое очень радикальное послушание, с одной стороны, но действительно, с другой стороны, такое то, что кому-то может показаться непослушанием, да, когда человек противится. Возражает, да, спорит и так далее. Тоже такие вещи, как, ну, как магис, то есть именно поиск всегда чего-то самого лучшего, всегда самого лучшего, но именно, но самого лучшего не абстрактно, а именно вот в этих конкретных ситуациях. Да, то есть именно для Бога. Тоже именно горячая любовь, как иногда тоже в таком разговорном понимании святости говорится о любви к Богу, но зачастую не говорится о любви к человеку. И в этих, как такая, в этой иезуитской святости очень явна именно любовь тоже к человеку. Да, то есть, потому что как я люблю Бога, но что значит люблю Бога? Бог для людей явился как Христос, а Христос сказал, что вот Он в другом человеке для нас, особенно в этих слабых, обездоленных. Поэтому моя любовь к Богу, она проходит через этого человека. Тоже распознавание воли Божьей, исполнять его, вот это тоже как опыт духовных упражнений у нас получается такой именно, как такой инстинкт распознавания. Даже иногда говорится, что мы слишком много распознаваем, распознаем. Но именно такое, что вот поиск воли Божьей, не как пророческий, как не как... что вот мы не как гадалки, не узнаем точно, но вот именно распознаем, что Бог хочет от нас сегодня. Какие-то такие вещи. Ну и да, и в целом это вот, проще именно таким описательным языком сказать, чем... Много сказать. Да, да, да. Спасибо. Не знаю, что из этого, да? Хорошо. Спасибо за вопрос. А почему так много римских пап святых? Ну... Я не знаю, действительно много. Сегодня тоже память одного римского папы. Ну, тоже Григорий X. Римские папы, с одной стороны, они были на виду, поэтому проще было о том критерии, чтобы люди о них помнили и как-то к ним прибегали. С другой стороны, тоже, наверное, папами все-таки не избирали кого всех подряд. Хотя иногда да, но скорее в большинстве случаев, наверное, какие-то действительно... такие люди, которые были чем-то, выделялись, да, чем-то своей такой духовностью и рвением апостольским, верностью ко Христу. Но не знаю, я статистику не проверял. Вот все эти святые, они были очень энергичные, деятельные, да, но вот в нашем климате, в России, мне кажется, вот такой энергии не может быть просто по определению, потому что с
климатом существовать. А что зимняя спячка есть? Да, зимняя спячка. Ну, у русской церкви тоже есть много ярких святых. Ну, они такие другие, да. Ну, вот более вот скромные. Интеллектуальный уровень гигантский. Да, его здесь просто нельзя развить, потому что когда там солнца нет несколько месяцев подряд, да, то вся интеллектуальная жизнь, она замирает. То есть она на время, вот учеба может быть? Не, ну есть же у нас тоже мыслители и писатели. Потом вот еще ну, конечно, да, есть есть другой характер, конечно, немножко другой, но это как в каждой стране по-своему как-то Дух Святой тоже вдохновляет. Вот эта вот сила, которая дает послушание, да, но она дает, то есть обычным людям, им не нужно такое послушание, да, для обычной жизни. То есть это не может быть компонентом для достижения святости. То есть если в ордене там ему сказали, он исполнил, и как-то спокойно живет дальше, да, то вот в единичной такой жизни нужно самому принимать решения, и они все время сложные, то есть они, это не послушание, когда однозначно, да, ты или слушаешь, или нет, а тут они какие-то объемные, многообразные. Ну, тоже по-своему есть, мне кажется, в жизни каждого человека какие-то такие вещи. Ну, совсем по-другому, как, например, в семейной жизни муж и жена, как друг друга, да, послушиваются. Или дети, когда идут. Там даже не послушание. Или на работе, когда есть начальник. Совещание такое, совещание. Оно даже... Но бывают такие ситуации, когда все-таки должен быть кто-то, кто поставит точку в вопрос. Нет. Так получается. Ну, по-всякому, да. Ну да, конечно. Очень интересно про Борджиа было. Просто я сразу вспомнила, на самом деле, сериал Борджиа. Конечно. Первая мысль сразу была. Да, да. Приятно, что кто-то из этой семьи стал хорошеньким. Да, ну он такой тоже был, да, интересный путь, что вот 17 лет в семье, потом бедная супруга. А мне детей жалко. Куда их там? Восьми, но они все-таки, наверное, уже были как-то более. Следствие перешло, ты че? А, ну. Туда в обиде не остались. Ну вот, тогда, наверное, будем заканчивать, да? Спасибо вам большое. Спасибо за то, что пришли. Было приятно.